Наталья, у нас сегодня 6 октября 2023 года, и мы начинаем проводить с вами первый сеанс, направленный на активизацию энергии Духа, сеанс астрального иглоукалывания, на котором нам важно пробудить энергию, которая заблокирована в людях, но она есть в каждом из нас. Камбендерку, анджудруку, андедуруку, дуджидерку, дудудебадерок, дудудерок, дуджу. Сила энергии Духа. Помоги Наталье познать твой удивительный внутренний мир, твои возможности, которые вскрыты в самой Наталье, чтобы она в последующем могла использовать данный ресурс в жизни своей, в своей работе, в своем взаимодействии с другими людьми, чтобы помогать страдающим душам. Прошлого уже нет. Будущее еще не наступило. Но в настоящем мы с вами вписываем каждую буковку в нашу будущую жизнь, которую мы с вами здесь и сейчас создаем, определяем, какой она будет. Как мы живем, как мы с вами поступаем, так и складываются в дальнейшей нашей жизни, потому что существует так называемая карма. То, что наработаем и нарабатываем, именно то с нами и случается. Копейка в копейку. Если мы кому-то делали плохо, не понимали, то в следующей жизни не будут понимать нас. Данные сеансы помогают человеку осознать свой внутренний мир, познать свое высшее внутреннее Я, пробудить энергию Духа, и чтобы она соединилась с нашей душой. Она слышит тебя, потому что любит тебя, потому что ты дочь этой силы, могущественной, той силы, которую мы называем Бог, Создатель, Кришна, Будда, неважно. Эта сила есть любовь, породившая душу твою, пребывающая в тебе. Там в глубинах своего подсознания найдешь контакт с энергией Духа, пробуждающегося в теле в твоем. Сила в каждом из нас. Ты никакое не исключение. Ты такая же рожденная энергией любви, дочь Отца нашего Небесного. Он любит тебя, переживает, страдает. Он не хочет, чтобы ты стояла на месте. Он хочет развития души твоей. Сила Небесная в теле Натальи, помоги жить в чистоте души своей, первородной, когда-то созданной абсолютно чистой по образу Отца нашего Небесного. Это великий дар возродиться в духе. Камбендергу, анджуджу дарагадудука, кандучунда, кандутуда, кадабада, дударагадуга, бабадарагадужитука, кандута, 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 кандута,
Кэмбо, кэмбо. Удо, он дорого, дук, джи, дорого, дук, дорого, куа, дорого, дорого. Пробуждается сила внутри вас. Сила, любящая вас. Пребывающая внутри вас. Кэмбо, 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 дорогодуджу, дорогоду. Пробудись, энергия духа. Дай возможность познать, соединиться и пребывать в потоке энергии, пробуждающегося в теле в твоем. Поток энергии благостный, заряжающий тебя, просветляющий. Жизнь твою изменяющий. Камба андругуду андругу андрагуду джидрага андрагуду. Пробудись, энергия духа. Взорви мышление Натальи. Дай возможность ей погрузиться, познать. Душе ее слиться с энергией духа. Камба андрагуду джидрагуду. Так порви, Наталья, эти цепи, сковавшие свободу души твоей. Пусть птица вылетит из клетки. Душа свободна твоя. Камба, камба, он дорого дуджу. Я представляю тебя в далеком-далеком детстве. Я даже не знаю, в этой жизни или в какой-то другой вижу огромный океан, бескрайний, огромный, и ты, идущая по берегу морскому, ты идешь, маленькая девочка, чистая, нежная, ты чувствуешь океан, его дыхание ощущаешь, запах соли морской проникает в тебя, наполняя, освежая удивительной силой, свежестью, наполняется душа твоя, каба андругу джидругу, ты идешь, ты созвучна с океаном, ты в далеком детстве, безмятежность, покой, кэмба, андругуджидрагудуда, кэмба, кэмба, хоадрагуду, пробуждаешься, познаешь себя, глубже просыпаешься, доверяешь океану, вы родные, кэмба, андругуджидрагуду, океан, представляешь его, огромный, бескрайний, только линия горизонта и солнце, уходящее в эту даль морскую, но океан в душе твоей живет, его силы и могущество, камба, эндро, дарагджу, он в тебе, сила в тебе, вспомни этот опыт из прошлых своих жизней, представляешь, ощущаешь, пробуждается огромная сила в тебе, циркулирует, камба, камба, хо, дарагджу, чидрагджу, эндрагджу, комба, комба, аундрагджу. Свасти нас Пуша Вишвабедаха, Свасти нас Таркшьо Ариштанемихи, Чаржани Дхитасравасравас, Чаржани Дхитас, Чаржани Дхитасраво Девасья Девасья Шравас, Чаржани Дхитас, Чаржани Дхитасраво Девасья. चर्षणी हृद इति चर्षणी मित्रो मित्रः प्रजानन् यातगति गातगति प्रजानन् मित्रः प्रजानन् मित्रो मित्रः प्रजानन् प्रजानन् मित्रो दाधार दाधार मित्रः प्रजानन् प्रजानन् मित्रो दाधार पृथिवीन्दाधार दाधार पृथिवीमुतोत पृथिवीन्दाधार दाधार पृथिवीमुत अज्ञान родной. Он уже в тебе пробужден, его движение устраняет блоки, заторы, выравнивая все внутри тебя. Пробуждаешься в потоках океана души своей. Кэмба, джуда, аду, ао, кэмба, дудрага, дуджу. Энергия духа пробудилась, помогает тебе Наталья, потому что ты чистая. Ты вот та девочка, которую я увидел, которая шла по берегу морскому и которая... радовалась океану. Камба, андрогуду, джидрогуду. Камба, камба, джидрогуду. Камба, андрогуду, джидрогуду. Андрогуду, камба, камба. О, джидрогуду, джидрогуду. Камба, камба. Потоки энергии, подводные течения океана проникли в тело твое.
взаимодействуешь с данной силой и познаешь могущество ее. Камба, 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 джударагу, джударагу, камба, джударагу, джударагу. Харидор ке шрадха се чукае матха, Тино локо ке свами хо бхоле натха. Харидор ке шрадха се чукае матха, Хар бола хар хар Махадева, Хар бола хар хар Махадева, Хар бола хар хар Махадева, Хар бола хар хар Махадева. Наталья, сегодня энергия океана вошла в тело в твое.
ты чувствуешь движение потоков этой удивительной животворящей силы, силы океана. Ты сама есть океан. Сила влилась в тебя, исцеляет, помогает. Обретаешь мощь и могущество этой силы, удивительной силы Творца. Душа твоя наполнилась водами океана. Мир удивителен, он многогранен. Ты познаешь его, сливаясь с вибрациями животворящей энергии. Сила исцеляющая, сила омолаживающая, помогающая. Ты возрожденная в океане, он родной для тебя. Вы одной с ним крови, рожденные, знающие и понимающие друг друга. Пробужденная сила в тебе поможет жизнь твою изменить, направить, защитить. Это важно для тебя. Сила дорабатывает. Важно, что она пробуждена уже в тебе. Сегодня у тебя был опыт пробуждения энергии Духа, и ты ощутила пробуждение животворящей энергии океана в теле в твоем. Эта сила устраняла блоки, заторы. Ты ощутила громадное могущество данной силы, пробужденной в тебе. Эта сила огромная, но, к сожалению, в обычной жизни заблокирована в людях. Познавший эту силу, обретает другой совсем ресурс, силы и возможности жизнь свою изменить и противостоять всем трудностям нашей, безусловно, очень непростой жизни. Наталья, у нас сегодня был с вами первый сеанс дистанционного пробуждения энергии Духа, вот той удивительной силы, которую по-разному называют, энергия ци, жива, кундалини, роли не играет. Она внутри нас. Как ее ни называй, просто по-разному ее называют. Разные знания у людей. Но самое главное, она есть. И сегодня вы познали эту силу, ощутили ее. Расскажите, как проходил сеанс, что вы ощущали. Первоначально достаточно все вяленько проходило, и только лишь потом началось шевеление пальчиков, и я уже посчитал, что очень здорово для нашего сеанса. Но потом уже, конечно, океан, как я образно говорю, поглотил вас, его энергия влилась, и объяли воды океана душу вашу. Расскажите о своих ощущениях. Честно говоря, сначала лежала и расплакалась. Вот мурашки бегают, картинки всякие в голове возникают, тело не чувствую. А слезы прям вот текут, и говорю, ну неужели, говорю, ну вот не пробудилась. Пальцы вроде шевелятся, какие-то подрагивания есть. Я говорю, ну давай, давай, раскачивайся. Вот. А слезы текут, этот океан с меня льется. Потом
такая тяжесть в руках почувствовала. Вот мне надо их как-то повернуть, но неудобно уже лежать. Вот. И я вот как только повернула руки, и все, и движение прям меня вот поглотило, и я начала и руками, и так меня и крутит, и вертит, и просто шикарно, конечно. Это впечатление масса. Ну, самое главное то, что движение это непроизвольное. Вас кидало еще ого-го как. Действительно. И так, и причем доходило до определенного предела, я говорю, вот еще чуть-чуть, говорю, может позу поменять, и меня тут же меняют позу и в другую сторону начинают крутить, и то грудной отдел, то голова, то ноги, то есть мне меняют, дают отдыхать как бы определенным частям тела, одно отдохнуло, пошли за другое, то есть невообразимо, конечно. Я в восторге. Вот благодарю вот просто вот от всей души, от всего своего духа, который пробудился. Огромная благодарность и просто низкий поклон. Любовь бесконечная к вам. Спасибо, Наталья. Я сам получил достаточно большое удовлетворение от нашего сеанса. Было видно, как у вас просыпается эта удивительная сила. Занимаюсь своей работой, я сам радуюсь, как ребенок, когда вижу, что удается достичь и пробудить эту силу, которая скрыта в телах людских, и которая способна исцелить уже потом не только тело человека, но и душу его. Благодарю, благодарю. У меня прям ежики бегают по телу, там из одного места в другое, ежики, ежики. Сейчас энергия еще будет дорабатывать еще какое-то время, но она теперь уже очень легко будет откликаться у вас и взаимодействовать с вами. Главное, чтобы вот вы помнили о тех законах взаимодействия с этой силой, о которой мы с вами говорили.